трансляция, прямая трансляция с города Гляухау. Сегодня 2 июня 2013 года. В данный момент мы живы-здоровы. Ну вот у нас вот такая вот ситуация. Речка наша, которая иногда пересыхает, в некоторых местах выходит с берегов. Посмотрите, какое течение. В принципе, из города выехать практически невозможно. Если есть какие-то маленькие лазейки, то люди стараются через них перебраться. На завтра отменены все школьные занятия. Все термины тоже отложены. И люди будут сидеть по домам, носить песок. Вот, пожалуйста, хотели пройти в нашу любимую Штаузе, это озеро, искусственное озеро, которое находится в Гляухау, мимо которого мы, вокруг которого мы всегда с Павликом пробегали. Но очень сожалеем, но мы не можем пройти, потому что здесь был мост, и его снесло. Пробрались сюда. Вот это Штаузе. По нашему мнению, оно поднялось не очень сильно. Там где-то за озером, идет река, которая проходит вокруг нашего города, чем и блокирует наш город. Даже не верится, что где-то в Штутгарте или где-то в Карлсруе светит солнце. У нас сейчас на данный момент 19:49 нашего времени, и дождь не перестает, и идет, Ну, мы теперь на другой стороне города, то мы были на Штаузе, а теперь мы в другой стороне города, это село, которое сейчас практически не все, но практически стоит в воде. Село или пригород называется Нигерлюнвиц. И вот так вот вышла с берегов река. В некоторых домах, которые стоят пониже, затопило подвалы. А дома, которые стоят немножко повыше, ну, естественно, в них все нормально. Люди стараются помогать друг другу. Соседу, сосед соседу, те, которые повыше, пониже, помогают. В общем, ребята, радуйтесь вашему солнцу.